В Алматы из-за сильного дождя затопило подземные переходы, улицы и дворы. За пару часов ливня в Венецию превратились центральные улицы города и окраины. Шокированные жители снимают кадры затопленных автобусов и машин. Такой ливень не выдержали и крыши многих жилых домов и торговых центров. Мобильные группы в составе более 600 человек и 200 единиц техники задействованы в ликвидации подтоплений.